Здравствуйте. Мне надо поселиться. Сейчас кривальный транспорт назвался. Это причина для зупинки. Водительский расстройный палат на пункте правил 2.4. Вы же проверяли, когда мы туда ехали. Ремня мы не пристегнулись, то установили. Документы имеете? Имеем, конечно. Просто нельзя самому открывать дверь, это честно. Это не вам решать, это мне только решать. Как это вам решать? Ну, потому что. Вы не свои документы не показали, начнем с того. А вы у меня их просили, начнем с того. Вы сами должны прийти. Не должен я никому ничего. А как ты регистрационный документ. Вы бы для начала просили с ремнем безопасности и сняли это, вы поняли? Ну я сейчас все снимаю. Ну хорошо, пристегивайтесь. Я подожду, пока вы себя снимите, когда вы будете пристегиваться перед началом движения. Хорошо? И вы водите. Хорошо. За собой предупреждение, за уважение, вернее. Понял? Котевой палец уберите, категория есть, переворачивайте. Все есть. Так, регистрационный переворачивайте. Ремня вы пристегивайте. Номер какой, запомни, пожалуйста. Полиция, патрульная машина 0786. Наглые полицейские.